Впереди озеленение и асфальтирование тротуара. Сейчас реконструкция Банного переулка выполнена на 96%. Основные работы на Банном переулке выполнены на 96%. Осталось лишь благоустроить территорию. Остались мелкие доработки, в частности, озеленение. Ну и асфальтирование, тут есть небольшие объемы конкретно тротуаров. Дорожная разметка, да, и знаки, установка. При осмотре объекта городского хозяйства Михаил Гмырин указал на необходимость убрать строительный мусор, особенно металлическую арматуру. У вас в другом это арматура. Она везде лежит. Не дай бог кто-то зацепится из детей там. Вы же должны условия безопасности обеспечить. Вроде мелочь, но травму получить можно. Общая стоимость работ по реконструкции Банного переулка составила более 28 миллионов рублей. Ремонт выполнялся в два этапа. В 2014 году выполнили работы по строительству ливневой канализации и устройству наружного освещения. А в этом году? А в этом году, получается, предусмотрено в бюджете 12,5 миллионов рублей для завершения работ по устройству дорожного покрытия, тротуаров и благоустройству территории. Подрядчик должен исправить замечания и лишь затем предъявить объект приемной комиссии.